мы сейчас ехали в Улан-Удэ. Кстати, интересно, была надпись «Въезжаем в Улан-Удэ» знак, а сейчас уже населенный пункт Исток. То есть это типа агломерация, что ли, какая-то, как в Москве. В общем, мы в Улан-Удэ. Ура! Время почти 5 часов 55 минут. И мы едем в Улан-Удэ. Мы в Улан-Удэ, но уже как бы красиво, молодцы. Мне просто непонятно, город красивый, а дороги на федеральной трассе у них убитые как-то. Я ожидал худшего от Улан-Удэ, то есть вообще я как бы сужу города по их дорогам. Не, в самом Улан-Удэ шикарные дороги, а видимо на федеральную трассу что-то они не особо выделяют средства. Ну а так красиво, очень много всяких памятников, красивые дома. Выезжаем мы из Улан-Удэ. Красивый, чистенький город. Много интересных памятников. Ну, понравился город. Что не понравилось, так это очень много полиции. И ГИБДД, и ППСников. Но это о чем говорит? О том, что местные ребята, которые живут в Улан-Удэ, любят побеспределить. И чтобы их утихомирить, требуется много полиции. Так что, а так, в принципе, хороший, интересный город. Ребят, не беспредельте. И город будет вообще просто отлично. А мы направляемся в сторону Байкала.
До нашей гостиницы осталось ровно 300 километров. Едем, искупаемся, отдохнем. До скорого!